Западная коалиция во главе с США наносит массированные удары по объектам в жилом секторе Мосула и его окрестностях. Об этом мы рассказали в российском генштабе и доказали фотографиями со спутников. Такие удары западные самолеты наносили уже несколько раз. Наглядным примером стала бомбардировка 24 октября, а снимок с ее последствиями был сделан спустя неделю. Справа на фотографии от 30 октября видны следы ракетно-бомбового удара самолетов коалиции по зданию, расположенному в непосредственной близости от мечети. В результате бомбардировки пострадали мирные жители, находившиеся в расположенных менее чем в 50 метрах от места удара домах.